Всем привет, с вами Юля. Сегодня я хочу вам рассказать о шампунях и кондиционерах, которые подходят для сухих волос, и они финансово очень доступны. То есть это шампуни масс-маркета, которые стоят копейки, и найти вы их можете практически везде. Давайте начнем с того, что вам уже, наверное, известно, что у меня сухие волосы, и мне очень трудно подобрать шампунь и кондиционер, которые будут как бы мне подходить. И буквально все эти новые шампуни я обнаружила за последние 2 месяца, вот. Потому что раньше я вам уже рассказывала, я мылась одной шампунью Rain Pure, но они сняли ее из продукции, и как бы вот и все. Вот, давайте же приступим. Самое элементарное, что вы все уже везде видели, это шампунь и кондиционер от компании Garnier. И то есть эта линейка называется Triple Nutrition. Мне шампуни и кондиционеры от Garnier никогда в жизни не подходили. То есть их там вот эти всякие зеленая линейка предыдущая, да, там много разных разновидностей, там и для сухих, и для несухих, и для порочных волос. Ни одна из них мне не подходила. И это я только купила, потому что она была на скидке, это был новый продукт, и мне стало интересно, думаю, если мне не подойдет, у нас постоянно гости, как бы оставлю в ванной. И на удивление они мне подошли, то есть она на самом деле увлажняет волосы. То есть если вам не нравятся предыдущие шампуни и кондиционеры, это бальзам, извиняюсь, этой марки, которые все шли в зеленых баночках, то вот это абсолютно другой продукт. То есть есть хороший шанс, что вот это вам подойдет. Вот, и как видите, видите уже сколько я использовала, и кондиционеры вот до половинки. Вот, дальше следующий продукт, который тоже стоит копейки. Это Suave, компания Professionals. Он стоит, может, я не знаю, 3-4 доллара. И тоже другие шампуни Suave мне тоже, может, они и подходили, но они настолько дешевые, что я их даже как бы, ну, не покупала. А это просто как бы я решила рискнуть, и мне это подошло. То есть это линейка Moroccan Infusion. Вот. И тоже, как видите, баночка с шампунем у меня уже абсолютно пустая, и баночка с кондиционером у меня еще там чуть-чуть есть кондиционера. То есть тоже они очень хорошо увлажняют волосы. Если у вас сухие волосы, вот это просто супер. Дальше. Еще вот так, я не знаю, или эти шампуни продаются в странах СНГ, но здесь в Америке и в Канаде они, в принципе, очень распространенные. Тоже такой бутылек стоит 5-6 долларов, 7, я не знаю. Их шампунь, то есть мне все равно, как бы я ничего такого к ней серьезного не испытываю, никаких эмоций. Я покупаю только кондиционер. Этот кондиционер мне все равно, каким ужасным вы какой бы шампунь ужасный не был, вы помоете волосы этим кондиционером, они у вас станут шелковистые, не сухие, то есть как бы вам будет приятно их трогать и на них смотреть. То есть очень советую. У них есть еще, то есть первый идет шампунь, второй идет бальзам, и третий идет ополаскиватель в этой линейке. Вот. А линейка называется Repair and Renew. Вот. И что я хочу сказать, что шампунь ерунда и ополаскиватель ерунда, но вот именно бальзам хороший. Но если вам интересно, можете купить как бы всю линейку, из-за того, что там хороший бальзам, вам она понравится вся, если вы будете использовать все вместе. Вот. И дальше недавно я купила Tony and Guy. Вот, это довольно для меня новая компания. Вот, то есть я купила шампунь для порченных волос, for damaged hair, и бальзам для нормальных волос. Что я хочу сказать, очень хороший шампунь, очень хороший бальзам. Волосы очень мягкие. У меня волосы сами по себе жесткие, но после того, как я использую эти два продукта, у меня волосы становятся мягкие, как никогда. Проблема в том, цена. Здесь довольно маленький объем, то есть только 250 миллилитров, и то есть шампунь и кондиционер, да, то есть они стоят, каждая баночка где-то 18 долларов. И из-за того, что маленький объем, у меня много волос, то есть мне хватает этой баночки шампуня, то есть я попользовалась, ну, может, уже раза три. То есть, наверное, хватит на раз 10. Короче, в итоге, то есть, получается, вы помыли волосы, и 3 доллара как бы ушло. То есть, если вы себе это можете позволить, купите, вы не пожалеете. А
Если у вас нет возможности, то опять же, вот это фруктисто, чего я вообще не ожидала. Сюав или Infusion 23. И поверьте мне, ваши сухие волосы приобретут снова жизнь и сияние. Вот. Также еще хочу сказать, что это марка Tony and Guy. Я купила где-то 6 разных продуктов, и я буду на них делать как бы полностью обзор скоро. Вот. И опять же, если вы не можете найти никакие из этих шампуней, у вас дома всегда должно быть органовое масло. Не надо покупать там органовое масло, где там 30 миллилитров за 30 или $40. Можете купить обычное органовое масло, желательно холодного отжима. И все. И не обязательно с него делать ванночки. Вы просто, когда вышли из душа, вытерли волосы, взяли пару капелек, растерли в руках. И лучше не просто вот так, а все руки, чтобы когда вы засовываете ваши пальцы в волосы, чтобы равномерно распределять везде. И все. И это будет такое небольшое питание вашим волосам, и они будут намного иметь намного больше сияния. Вот извините, я сегодня с утра проснулась, я обычно рано сильно не встаю. Вот. А также, если у вас нету органового масла, то можно использовать другие масла, но другие масла надо использовать до того, как вы моете волосы и в больших количествах. Вот. Я еще потом как-то сделаю видео, покажу, какие масла у меня есть для волос, которые именно наносятся после мывки, но это уже не натуральные масла, а это разные компании, как бы что они для нас придумали. Вот, я надеюсь, вам это видео понравилось, и следующим я сделаю видео про продукты, которые я недавно купила, а купила я почему-то в этом месяце всего очень-очень много, и также продукты, которые я использовала в августе. Почему-то у меня это видео получается, что всегда выходит как бы на 2 недели позже. Ну, вот так вот. Большое-большое вам спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь. Я вас всех люблю, обнимаю. Пока-пока.